горы. Мы классные, смелые, на нас смотри. Нет, девчонки, это, конечно, понятно, что мы классные, смелые, но нам нужны пацаны. Вот мы в школьном раунде выиграли, и нам нужно победить городской. Ну, извини меня, Денис точно ко мне подойдет, потому что оно полное бревно. Ну, вот это Дима со своей ногой. Привет, Чипули! Эй, ботан, ты чё? В смысле вы чё? Вы ж победили, девочки, я буду с вами выступать! Да нет, Денис, ты с нами танцевать не будешь. Ты нам не подходишь. Ты плохо танцуешь. Ты бревно, поэтому вали. В смысле, девочки, мне Валентина Ивановна сказала, что я буду с вами выступать. Вам нужен мальчик. Ты нам не подходишь. Нам нужен мальчик, который умеет танцевать. Поэтому вали. Давай, давай, девочки, давайте еще раз прорепетируем. Давай, готовы? И... Чика раз, чика два, чика три. Мы классные, смелые, на нас смотри. Девочки, я что же так могу? Ну, смотри, чика раз, чика два, три. Мы классные, смелые, на нас посмотри. Нет! В это зря, вы пожалеете, без мальчика вы проиграете. Отвали, ботан, с тобой мы быстрее проиграем, чем выиграем. Спасибо, так осторожно. Привет. Всем привет. Привет. Дим, нам нужно будет с тобой очень серьезно поговорить. О, здесь минутку. Пожалуйста. Хорошо, сейчас, подождите. Хорошо, давай. Так, моя хорошая. Осторожно. Все, не переживай, сейчас приду. Да, что вы хотели? Дим, подожди! Моника, зайчка моя, прости меня, пожалуйста, осторожненько. Все будет. Я больше так не буду, прости, пожалуйста. Да, что вы хотели? Дим, а ты хочешь новое платье для Моники? Красивое, модное. Ну да, хочу, потому что деньги уже закончились. Ну так вот, получается, нам нужна будет твоя помощь. Ты с нами должен будешь выступить. Ничего тяжелого, там буквально чуть-чуть нам помочь. Поддержка, да, все. А Моника? Моника не будет против, ты что? Ты же не знаешь, ее девочка подарит платье. Ты нам не выступишь, да. Все будет хорошо. Купим на тебе платье, да. А что делать надо? А, да вообще ничего сложного, просто поддержка. Помочь. Соглашайся, я могу там один раз. Легко. Соглашайся, один разочек всего. Ну ладно, хорошо. Сейчас я приду. Девочки, а вам поддержка не нужна от меня? Как бы мне платье не надо? Влад, вообще-то Валентина Ивановна сказала, чтобы я участвовал, а они не хотят. Так, вот он, помолчи. Слушайте, девочки, мне кажется, что нам нужно еще второй пацан, потому что, мне кажется, один Дима нас не удержит. Ну, ботан точно нет. Ну, ботан, это ясно. Я предлагаю взять Влада. Хорошо. Окей, да, давайте. Влада, мы тебя берем. Девочки, я так понимаю, моя помощь больше не надо? Надо. Да идут. Только платье сразу, хорошо? Да, хорошо. Давайте, начинаем. Мальчик, становитесь на колени. Вот так. Так, сейчас вы меня будете поддерживать. Готовы? Да. Держите за ноги меня. Держу. Готовы? Да. Вот, да. Отлично. Отлично, первая поза есть. Да, теперь вторая. Теперь вторая. Мальчики, становитесь сюда, напротив девочек. Да. Девочки, запрыгивайте. Лови. Давайте поворачиваемся, готовимся. Так, вот эта вот рука. Угу. Молодцы. Отлично. Встать на место. Вот так мы будем выступать. Поняли? Да. Все, да. Потом это поменять, что я не прав. Плохо. Особенно ты, Дима. Вот, Аня, я тебя лучше поддержу. Так, иди попробуй. Нет, я в этом не хочу. Решение. В общем, мальчики, вот все ваши работы. Видите, ваша помощь, она не такая тяжелая. Вы молодцы, вы справились. Вот так же вы должны будете выступать на помощь. И все. А теперь наша главная программа. Посмотрите, пожалуйста. Да. Дети, держи, ты готовы? Угу. Давайте. Чика раз, чика два, чика три. Мы классные, смелые, на нас смотри. И танец, да. Чики-во, просто бомба! Ну, девочки, ну такое, ну вообще, ни о чем. Понятно. Ясненько. Девочки, а мне кажется, этого мало. Ну, а что еще добавить? 10 идей. А давайте добавим еще несколько поддержек. Ну вот, допустим, давайте, чтобы мостик делать, так вот, зацепим, вот так вот, да-да-да-да, вот там вот. Хорошо. Мальчик, идите сюда. Нам нужно ваша помощь. Еще будет. Так, готовы? Выберите девочек. Вот так, спустите, может быть, девочки, давайте. Так, давайте. Давайте. Поехали. Да, давайте.
Ладно, Карина! Девчонки, ну вы даете! Ну что, девочки, репетируйте уже? Да, подготовили. И с нами будут мальчики! А что будут делать мальчики? Ну, поддержка. Поддержки? А вы программу хорошо подготовили? Ну да, давайте попробуем. Садитесь, садитесь, да. А Дениску что не взяли? Валентина Ивановна, ну дождаться как вы умеете? Он же древно. Ладно. Валентина Ивановна, только посмотрите, какую программу мы подготовили. Она офигенная. Мальчики, давайте наше начало. Была плоховато, потому что мостик, девочки, надо делать друг другу. Повторите еще раз. Так, хорошо, девочки, давайте, приготовились. Ну, Анька! Ничего не увидела. Боже, вот это Гуля и эти падлы, они мне вообще решат смотреть. Знаете что, Валентина Ивановна, да у вас путли и падли всякие, а у меня модная стильная прическа. Говоришь, да? Отпустите меня! Я же маме расскажу! Маме расскажешь? Да! Расскажешь маме! Стоять!